Всем привет! Ну вот она, та Toyota, о которой я говорил. Долгостроенный будет проект. Хотя, может, и не долгостроенный, как пойдет, честно не скажу. Скажу сразу, что красится все, вплоть до внутрянки. Постараюсь найти фотки, в конце видео вставить то, какой ее видел я до ремонта. Это был кусочек мяса. Здесь меняли крышу, три двери, крышку багажника, заднюю левую четверть и переднее правое, пропустил вам показать, крыло. Вот все, что я сейчас перечислил, это было куском мяса. Так вот, отвлекает меня. Все вот это вот было куском мяса. Рихтовщики молодцы, ребята. Постарались, все сделали четенько. Ну, правда, запчасти, за запчастями я мотался. Выбирали, чтобы все целенькое, ровненькое было. Так, в принципе, подогнали хорошо. Я так проверил по точечкам. Реально из точек, которые они испортили. На этом промежутке вот одну точку надо нарисовать. На вот этом промежутке получается, хотя это даже целое, тоже одну точку надо нарисовать. Ну, очень... Я так прошел, в принципе, по машине пролез, когда ее смотрел перед отдачей клиенту с рихтовки. Мне, в принципе, все понравилось. Тут тоже буквально пару точечек нарисовать надо будет. Так, все хорошо. Зазоры ровные. В общем, по рихтовке у меня вопросов никаких. Все круто, все классно. Здесь, само собой, будет разбираться все до последнего болта выкручиваться, потому что нужно поменять цвет дверей полностью, чтобы ни на одной из ТОшки не сказали, что машина перекрашивалась. Понятно, что прибор покажет, в любом случае покажет, потому что выгнать вот такой вот объем работы под прибор покрасить, ну, это очень невыгодное предложение. Это очень дорого повышает стоимость. Так, в принципе, вот капот, допустим, и бампер не пострадали при аварии. Они ровненькие. Ну, понятно, что мы его перечешем, пересмотрим. Ух ты, как интересно. Заводская покраска. А вот сарина есть. Интересно, как так получается. Ну да ладно. Короче, объем работы у нас бешеный. Трехслоечка будет краситься. Белый низ Toyota 040 и тойотовский перламутр в два слоя. Все это под два жирных таких от души слоя лака. И дай дорогу, как говорит Маляриус. Пластик, который черный, он тоже будет краситься, потому что он пострадал. Пострадали вот эти боковушки. Пострадал чуток бампер, внизу его погрызло. Много боковушек тоже пострадавших вот такими вот путями. Это все надо восстановить и сделать красиво. Ну, благо, что оно один в один, вот черная структура. Прям одно в одно. Машина долгое время стояла на парковке в ожидании там запчастей. И открытый металл, который спотторил рихтовщик, уже подржавел. Поэтому все это будет спасаться. Все будет работаться только через эпоксидный грунт. Машину надо сделать хорошо. Даже больше скажу, очень хорошо надо машину сделать. Машина не на продажу. Человек будет ее оставлять себе. По поводу, сразу отвечу на вопрос, и мне его больше не задавайте. Цену мы не оговариваем ни в комментариях, ни в личке, нигде. Потому что все зависит от региона. Очень многое зависит от региона. Но скажу так, что перламутр трехслойка стоит в половину дороже, чем обычная покраска. Только лишь из-за, первое, больше материала надо. Второе, подготовка сложнее. Третье, работы больше и дольше. Ну вот, как-то так. Очень удобно, что тут крыша. Кстати, видно, как крыша отличается по цвету. Удобно, что крыша отдельная. То есть мы ее покрасим, снимем молдинги, отдельно покрасим крышу, а в камере уже за
Один заход будем дуть борта. Двери и крылья будут краситься на машине. Отдельно покрасится внутрянка и внутрянка дверей. Все соберется на место. И будет краситься за один заход, чтобы не было отличия в цвете. Когда мы будем открутим двери, тут двери, болты не крашены. То есть мы открутим их, покрасим отдельно дверь, отдельно внутрянку. Покрасятся вот эти вот рихтовщика работы, что он тут крутил, видно чуть-чуть изменения. Переложится где нужно герметик, или доложится, или переложится. Это все посмотрим в процессе. Все соберется до кучи. Покрасится отдельно крыша, отдельно два борта, потом отдельно капот с багажником и бампера. Потому что, когда мы покрасим капот с багажником отдельно, разницу вот под таким углом в цвете вообще, в принципе, не увидеть. Но, если, к примеру, залить отдельно кузов, а потом доливать двери, крылья, то возможно, что где-то я положу перламутра чуть-чуть там больше или меньше, и вот это вот чуть-чуть больше или меньше в стыке даст офигительнейшее отличие. Есть тут кое-какие нюансики, сразу высматриваем их. Ну ладно, работы, в общем, тут будет много, очень много. Сейчас надо будет все разобрать, разложить по коробкам, потому что машину собирать буду не я, остатки. То есть я разберу двери, что тут осталось, поподписываю, где заднее левое, где заднее правое, все резиночки, все-все-все, что можно повыковыривать, я из нее повыковырю и сложу в 6 коробков. 4 с дверей, 1 с морды, 1 с жопы. Ну, как-то так и будем работать. После разборки будет грубая мойка. Вот это вот надо все химией вымыть, поочищать, поотмывать. Это такой нудный будет процесс, но от него никуда не деться. Так, теперь коснемся чуть-чуть материала. Сюда надо будет 4 банки белой подложки, то есть Toyota 0.40, 4 литра густой краски, и 1,5 литра перламутра я буду брать, чтобы мне хватило на всю машину, потому что полигон тут не маленький, согласитесь. Ну как-то так, будем потихоньку начинать, но вы смотрите, что будет происходить дальше. Ну что, разобран автомобиль, полностью раскидан, чуть-чуть вымыт, остается предподготовочные такие, перед тем, как трогать наждак, это отмыть растворителем вот это. И потихоньку уже начинать пробивать, проявлять плоскости. Вот эту коррозию надо будет выдирать кораллом, вычищать все, может быть, даже пескоструем. Посмотрим. На некоторое время эта машина подвисает, потому что майские праздники, никто не работает, мне на нее не могут отправить материал туда-сюда, поэтому где-то после 13-х, наверное, чисел мая ко мне только приедет то, что необходимо, короче, то, с чем мне работать по ней. Ну, может быть, и какие-то мелочевки тут поподделаю, поподрабатываю. Ну, пока что все. Пока что мы на этом останавливаемся. На разборку автомобиля у меня ушел целый день. Крышка багажника — это вообще шедевр, просто шедевр инженерной мысли. Там болтов больше, чем в «Жигуле» вместе взятом. Я ее одну крышку часа, наверное, два разбирал. Блин, такого понапридумали, просто кошмар. Двери хорошо разбираются, двери простенькие. Чук-чук-чук, все снимается элементарно, предсказуемо и понятно. Ну, ладно, это долгая будет работа. Между этой работой будут проскакивать всякие разные мелочи машинки. Ну, а пока она ждет материал. Все, всем пока.